Ну. Давай, потом побыли. Все должно быть Надежда Васильевна, она любит это. Брать не оставлять. Давай. О! Ходили к Устинову. А что, не нету, не работает? Смотри еще. Владимир был там. Иди сюда. Валентина наша дала. Спаси Христос. Да, клади, клади. Вот. Отдельно помыть, я сейчас нарежу. Смотри. Вот сюда ложите, я сейчас помою. Давай. Гляди, еще есть. Слава Богу, сейчас будет салат. Да, я сейчас буду резать за его. Да, 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 сейчас так, я. Есть карман, забирай. Разрешаете? Конечно. О! Ну? Это палочка какая-то? Палочка это у велосипеда. Грязь выковыривать. Все понятно. Ну вот так. Все, спаси Христос. Сейчас я вот эти помою. Игнатий Тихонович, давайте вот эти используем, они уже покраснели. Да. А эти чуть-чуть, да, сейчас их помою, перемою. Посмотри, все. Сколько дали? Спаси 3, Христос. 6, 9, 10, 11. 11 штук. А вот два срослись вместе. Да. В гости сходили. Хорошо. Так она догнала нас этой с баночки, это я скорее по карманам растолкал. Ну, ты вот вчера была с ними, баптисты встреча была, как тебе? Ну, песнопения мне понравились, слава Богу. А, значит, отношение к Богу у них, конечно, не такое, как у нас, у христиан. Поэтому здесь сложно судить. Я не, как сказать, не твердая в вере, это только вы можете судить. Ну, а то, что это не такое, так это не означает, что они не правы. Ну, люди очень хорошие, приветливые. Так. Слава Богу за все. Показалось бы, если бы они сказали, сестра, а что у нас не так? Вот они бы сказали, что бы нам изменить надо. Ну, мне не понравились девушки, которые без покрытия, без покрова, да, на голове. Вот это вот как бы минус большой. Ну, да. А так все, слава Богу. Ну, видно, что им понравилось у нас. Да? Им понравилось, да. И они были очень приветливые, они со всеми познакомились, ко всем подошли, со всеми переговорили. Вот. То есть добрые люди, хорошие, отзывчивые. Ты баптисткой не хочешь быть? Нет. Не хочу. Тогда все монастыри для тебя закрыты. Закрыты. Причастие закрыто, соглашенными тебя выводить надо. И ты будешь называться сектанткой и еретичкой. Да. Поняла? Да. За этим очень многое стоит. Если нам удастся... А они говорят, а можно к вам еще приехать-то? Ну, я говорю, только оповестить надо, чтобы люди были все. Ну, у нас практически все было. Не было тех, которые не очень стремились. Это уже я так знаю. А у тебя вот знакомая, ты думаешь, вот это была Наталья, она как бы приняла это, нет? Учение их. Здесь трудно судить. Здесь трудно судить. Но думаю, что нет. Думаю, что нет. Понимаете, за этим очень много стоит. Принимая их учение, мы должны отвергнуть все, что имеет церковь в течение 1500 лет до них. Да. Вот какое дело. Всех святых отцов, таинства, литургии, мы все должны отвергнуть. Это немыслимо даже, что за этим стоит. Поэтому мы что могли, сказали. Интересно, там у нас он облепиха есть. Там воронье все клюет. И вон они. Вон последние. Там или яблочки еще. Вон они там все. Сороки, вороны. Там облепиха, да. Облепиха. Ну ее сетью накрыть надо было или чем? Где взять только? У нас сети есть. Где? А? Где? А, на Сварешнике. Не знаю. Вон там в мешках лежат тоненькие, там, которые мы закрывали. Я могу пойти найти. Да они там разорванные же все. Ну да? А что разорвано? Так она все равно в нее застрянет. Так, ну все, я остаюсь здесь. Сейчас начинаю резать. Оставайтесь. Да, во славу Божию. Наши тогда едут, дадут сигнал или нет? Вчера смс-ку Галя прислала, что Королеву дома уже все. Да, да, а те, Королеву дома? Да, все. В Канаде которая? Да, да, да. О, слава Богу. Все тогда, я сейчас... Давай, куда резать? Сейчас, Игнатий Тихонович, 2 секундочки. 2 секундочки, сейчас сюда.